Жилой дом отключен от газоснабжения в Приокском районе. Прекратить подачу голубого топлива пришлось по адресу Студенческий городок 12. Жительница дома позвонила в аварийную службу и пожаловалась на характерный запах газа в подъезде. Специалисты обнаружили множественные утечки газа в обоих подъездах и на уличной трубе. Чтобы обеспечить безопасность жителей, газопровод перекрыли. Сколько времени жители дома проведут без газа, неизвестно. Домоуправляющая компания должна обратиться в подрядную организацию, с которой у нее заключен договор на обслуживание внутридомового газового оборудования, которое и выполнит ремонтные работы.